Всем привет, дорогие друзья, из жаркой Алании. Мы находимся в районе Тюрклер на пляже отеля Сафира Делюкс Резорт. В описании к этому видео смотрите мои предыдущие видео из этого отеля, где я рассказываю о том, как в этом году работает система «Все включено», как подают еду, как происходит заезд в отель. В общем, все, что вы хотите знать об отдыхе в Турции в 2020 году. Ну, а сейчас мы находимся на потрясающем пляже. Море просто как парное молоко. И, как я уже сказала, в описании к моим видео всегда есть ссылки на бронирование туров, отелей и билетов со скидками. Обязательно смотрите цены. Ну и, конечно же, смотрите много интересных и полезных видео на моем канале о жизни, отдыхе и бизнесе в Турции. То, что вы не увидите ни у кого другого. В этом видео из отеля мы с вами находимся на пляже. Далее мы отправимся купаться в бассейн и в аквапарк. А также я покажу спа-зону. И, как я уже сказала, все, что касается еды, смотрите предыдущих видео. Ну а сейчас давайте еще раз насладимся морем. Добрый день, меня зовут Юлия. Это меня Валентин. Меня Мия. А меня Лида. Мы приехали из Чебоксар. Добирались мы быстро, хорошо, все было здорово. Вообще отель нам понравился. Мы бывали много где, но здесь, конечно, все классно. С питанием нас все устраивает, в принципе, как и везде. Ее зовут Иди Народ. Да. Мне, в принципе, все нравится, потому что все обрабатывается. Никто не ковыряется в еде, то есть подходишь, берешь, что тебе надо, все аккуратно. Отель классный, музыка веселая. Спасибо. Кому не хватает именно молодежный отель вообще, кому хочется потанцевать, мне кажется, именно вот самое то, потому что в прошлом году мы отдыхали, там, честно, пансионаты пенсионеров. Вот, все здорово, мы довольны. Море, это отдельная история, это вообще класс. Вот. Дорога, кстати, здесь очень недалеко до моря. Мы пешком с детьми буквально минут 5-7 прошлись, зашли в магазинчики. Вообще классно все. Единорога и пляж. Говорят, что пляж здесь по отзывам не очень хороший. На самом деле, единорога мы купили. Пляж здесь хороший. То есть хочешь и камушки, чистая водичка, хочешь и песок. То есть нас все устраивает. Приезжай, это классно. Еще мы переживали, когда ехали, нам сказали, что здесь даже в питьевой воде хлорка. На самом деле это бред. Здесь вода в стаканчиках, она упакована, то есть индивидуально. Это очень удобно и намного удобнее, чем вот раньше было, допустим. Вот в чем стакане настоящем. Вы приехали с двумя маленькими детьми. Все-таки сейчас сами понимаете, какая ситуация. Не было ли вам страшно? И если какие у вас были эмоции перед поездкой и как вы сейчас себя чувствуете? Ну, мысли, конечно, разные посещали. То есть, ну, всякие мысли страшные. Ну, сейчас мы здесь расслабились. На самом деле уже вообще абсолютно все опасения позади. Так что вообще все нормально. Никто не болеет. Главное, кондиционер не включать после бассейна, и тогда ничем не заболеете. Диваны удобные, здесь кровати удобные. Еще здесь бассейн и аквапарки есть.
Цветочки и площадка. И спортзал. Да, тебе главное спортзал. Вот так вот выглядит пляж, друзья. Все вы видели, отдыхающих, море. И сейчас, как я уже сказала, мы идем в бассейн. Бассейн отельный, который находится в самом центре, посреди территории отеля. А дальше отправимся в аквапарк кататься на горках. Очень классно. Merhabalar. Alan Zafira'dan. Bu sene 2020 sezonu pandemi sürecinden dolayı bizim için de çok farklı bir sezon oluyor. Türkiye olarak biz bu sezona çok iyi hazırlandık. Bütün önlemlerimizi aldık ve şu anda misafirlerimize ağırlıyoruz burada. Misafirlerimizin sağlıklarını düşünerek otelimize girişlerinde ateşlerini ölçüyoruz, izolasyonlarını yapıyoruz. Maskesiz içeriye almıyoruz ve sosyal mesafemizi koruyoruz. Odalarımızı verdiğimiz zaman 12 saat odalarını izolasyon yapıyoruz. Check-out'tan sonra 12 saat bekletiyoruz ve yeni misafirlerimize veriyoruz. Restoran ve diğer outletlerimizde misafirlerimize dezenfektan veriyoruz. Maskesiz içeriye almıyoruz ve personelimizde maskeli hizmet veriyoruz. Şu an otelimizde %40 doluluk bulunmakta. Genelde Avrupa ülkeleri ve Rusya, Belarus, Polonya, Ukrayna, Almanya, Hollanda'dan ve yerli misafirlerimizle ağırlamaktayız. Havuz kenarında ve sahilde, denizde misafirlerin sağlığını düşünerek buralarda sosyal mesafeyi koruyarak hizmetlerimize devam ediyoruz. Masalarda, şezlonglarda ya da restoranda bütün bölümlerde buralarda misafirlerin sağlığını düşünerek aralara mesafe koyarak hizmet vermekteyiz. Ну что, дорогие друзья, мы уже в бассейне и сейчас совершим с вами полностью круговую прогулку по этому прекрасному бассейну. Как я уже говорила, бассейн у нас такой изогнутый, идет змейкой по всей территории отеля. И здесь есть многочисленные мостики. Солнце, к сожалению, уже стоит полностью над нами. И тенечек есть только под мостом, а по всей территории бассейна, над всей территорией бассейна сейчас стоит солнце. Вода настолько теплая, что просто фантастика. Очень здорово. Впереди вы видите амфитеатр. Это стена, за ней амфитеатр, и в амфитеатре каждый день проходят разные анимации. Ну и, конечно же, бар, где можно взять разные напитки и перекусить. В общем, вот такая вот здесь у нас классная территория. Сейчас я дошла до конца бассейна с одной стороны, а чтобы дойти в ту сторону, нужно опять через мостик и идти в ту сторону. В общем, друзья, красота невероятная. Я, конечно, не любитель бассейнов, но здесь очень здорово. Я не знаю, что это. 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 Я не знаю, что
Посреди бассейна здесь вот такой вот островок тоже со столиками. И сейчас мы с вами плывем в самый центр бассейна. У меня происходит сейчас супер зарядка, потому что я не плыву, а еду. И вода дает такое достаточно хорошее сопротивление. В общем, бассейн огромный, друзья. Здесь есть где развернуться. И как раньше я вам говорила, никто не сидит друг на друге. Можно спокойно проплыть по всему бассейну туда-обратно. Или около своего лежака отдыхать в своей, скажем так, зоне комфорта. Как вы видите, бассейн просто огромный. Сейчас мы в самой середине. В общем, очень здорово. Пишите в комментариях, кстати, любите ли вы совмещать купание в бассейне на пляже. Есть те, кто предпочитает, например, только бассейн. Есть те, кто предпочитает только пляж. Я, конечно же, люблю в основном пляж, но в таком классном бассейне я тоже захотела поплавать. Здесь играет музыка. В общем, не скучно, но опять повторюсь снова, самое главное, что бассейн огромный и никто не сидит друг на друге. Я надеюсь, что вам понравился бассейн. А сейчас мы идем в аквапарк. Как я уже просила, обязательно пишите в комментариях, любите ли вы купаться больше в бассейне или в море. Я люблю, конечно же, море, потому что, например, в бассейне, мне кажется, вода очень такой тяжелой, и мне в ней плавать достаточно тяжело. В общем, сейчас идем исследовать аквапарк. А сейчас мы идем в аквафан. Посмотрим, оправдаются ли мои ожидания. Аквапарк находится прямо напротив самого отеля. Здесь много разных горок. И вот такое вот кафе. Вот такие вот здесь горки, высокие, большие. Я не знаю, на какой, но сейчас на какой-нибудь из них я точно прокачусь. Жалко, что нет лифта, нужно подниматься пешком. А так очень здорово. Народ отдыхает, купается и, конечно же, катается с горок. Ура!
Сейчас мы находимся в зоне спа и турецкой бани. Здесь есть массажи, сауны и, конечно же, сам хамам. Покажу вам. Огромная просто территория здесь. И поскольку сейчас в хамаме никого нет, посмотрите, какой... Ой, шикарнейший хамам. Огромный. Здорово. Я очень люблю хамам. Большое хамамище. Здесь есть также индивидуальные комнаты для двух человек. И вот такой вот несколько индивидуальных комнат. Конечно же, мрамор теплый, горячий мрамор нагретый. И одна общая вот такая вот огромная комната. Кстати, в настоящем турецком хамаме, друзья, вместо вот этого огромного камня должен быть термальный бассейн. И в таких регионах, как Афьон, Эскишехир и так далее, где есть термальные источники, вместо вот этого вот огромного-огромного камня всегда бассейн с термальной водой. А для того, чтобы сделать пилинг, как раз выделены вот такие вот маленькие комнаты. Я постараюсь когда-нибудь показать вам настоящий турецкий хамам. И весь пар, воздух обычно выходит через отверстие в потолке, в крыше. В общем, здорово. Хамам классный. В общем, вот такая вот здесь огромная территория. Сейчас покажу, какие массажи здесь есть и какие услуги. Вот такая вот красивая зона. Зона отдыха. Очень большая территория. Конечно же, есть души, зоны для расслабления, комнаты для массажа. В общем, все. В этом хамаме разное количество, большое количество разных массажей, от классических пенных, общих и так далее, до восточных массажей, например, таких как аюрведа, тайский массаж, шицу. И особый микс-массаж, так называемый медицинский массаж. И также много разных программ хамама. От 90 минут до 120 минут. Здесь есть на английском, турецком, немецком языках. В общем, выбирайте тот массаж, который вы хотите сделать. И когда вы отдыхаете в отеле, обязательно приходите в хамам. И в завершение, друзья, хочу показать вам кондитерскую. Кондитерская работает с 12:30 до 5. И здесь можно взять разные тортики. А в соседней чайной можно взять чай. Мы тоже решили взять. Здесь есть всякие разные печенюшки и всякие разные пирожные. Вот такие пироженки мы взяли. Сейчас будем пробовать. Türkiye dünyanın en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi, ülkelerinden bir tanesi. Bu COVID-19 pandemi sürecinde Türkiye bence dünyada en iyi şekilde hazırlanan ülkelerden bir tanesidir. Korkmadan, çekinmeden gelebilirsiniz. Türkiye bu konuda çok başarılıdır. В отеле 6 этажей с
двух сторон есть лифты, и вот так вот выглядят коридоры, где расположены комнаты. Здесь два крыла, одно крыло здесь и другое крыло с той стороны. Очень большие панорамные окна, лифты. В общем, можно спускаться на лифте, можно спускаться по лесенке, кто как хочет. Мы живем на третьем этаже. В общем, друзья, отель нам очень понравился. Если вы хотите узнать цены проживания в этом отеле, все ссылки в описании к моему видео есть. Обязательно заходите. Бронируйте отели, отдыхайте, расслабляйтесь, приезжайте в Турцию. И даже если вы находитесь в отеле All Inclusive, обязательно выходите в город. Вот такие вот здесь красивые панорамные окна, вид на бассейн и на аквапарк. А в этом видео я с вами прощаюсь, желаю всего хорошего, хорошего лета, настроения, здоровья. Всем пока-пока!